Пробежать 370 километров за 3 дня – такую цель поставил перед собой дагестанец Займуддин Семетов. Легкоатлет-любитель стартовал 16 февраля в населенном пункте Куруш-Верхний, а финишировать намерен в селе Куруш-Нижний. На отрезке пути Махачкала Хасавюрт с марафонцем встретилась и наша съемочная группа. Дождь, снег, порывистый ветер, мокрая и даже заледенелая дорога. Ничто не сломило духа и не убило желание пробежать почти 400 километров в одиночку. Для Займуддина Семедова это уже 7-й марафон на длинной дистанции. В свои 31 год он ставит перед собой цели быть не лучше кого-то, а становиться лучше себя ежедневно. Его мечта – попасть в книгу рекордов Гиннесса. Себе доказать и всем, что вот в жизни все возможно, да, вот самое вот. Надо только стремиться, стараться, и все получится, да, по воле Всевышнего. Сложнейшим треком на всей дистанции оказался самый высокогорный населенный пункт в Европе – селение Куруш. Перепады давления и суровые погодные условия диктовали свои правила забега. И спортсмену пришлось замедляться, но рядом всегда была команда поддержки. Мы просто по горам никогда не бегали. И решили спуск, вот там 22 километра до Усухчая, с Куруша до Усухчая, без остановки пробежать, там большие спуски. Добежал 2 часа. Потом первый день мы решили бежать 2 часа и останавливаться 15 минут. В течение 15 минут массаж, что-то попить, там финик поесть. В багажнике машины, сопровождающей легкоатлета, конечно же, не только бутылки с питьевой водой. Тут есть все, что необходимо – медикаменты и еда. Бежать приходилось даже ночью. Продолжительность трека 2 часа, а на остановку всего 15 минут. К слову, за время отдыха даже присоединялись юные последователи. Займуддин рад быть примером для подрастающего поколения, однако не советует повторять подобный забег на почти 400 километров в холодное время года. Сразу не стоит так вот, тем более погодные условия, видите, вот, пусть подготовится хорошенько, вот, и если кто хочет, пускай постарается, да, вот, я думаю, все получится. Одиночный забег, который начался в 9 утра с Верхнего Куруша 16 февраля, завершится уже завтра утром в его родном селе Новый Куруш. Там марафонцы обещали встретить как героя. Лариана Шамхалаева, Муса Салгиреев, телеканал ННТ Махачкала.